Итак, ребятки, всем привет! Мы продолжаем играть в нашу игрушку. И у нас глава пятая. Пятая глава достаточно такая жесткая. Я понадкрывал немножко сундуков за золото. По 250 монет это все стоит. В принципе, я думаю, ну там выпала фигня. Меч, в принципе, там разница не особо большая, но... В принципе, поиграем. Давайте кого-нибудь второго уровня, вот этого вот. А там еще одного, наверное, можно взять, да? Да, точно. Так, еще одного можно взять, интересно. Не, все, только три. Так, вон там мы ничего не забыли. Сейчас сходим. Да, сходили, нормально. Проклятые сапоги нам всегда достаются или поврежденные сейчас пока что. Так, давайте. Так. Сейчас мечом еще одного поднимем. Ух ты. Так, с мечами надо поднимать, они больше выше уровня. Пусть пока там дерутся, у меня хпшечка устанавливается. Так, у нас опять двое, да? Давай еще одного поднимем. Босс. Ну да, боссы, в принципе, если один на один рубишься, то все нормально проходится. Так. Все, и винтарь. Обязательно туда заходить. Так, этот продаем. Этот продаем. Этот продаем. Меч. Продаем. Вот этот темный меч проклятый. Продаем. Это продаем. Это.
Ну, разница небольшая, но у нас там кража. Магический. 2,8 кражи здоровья. А там щит дикаря. 63. Но 111 это, конечно, мощно. Давайте продадим этот. Погнали дальше. Давайте поднимем вот этого третьего уровня и еще сейчас вот восстановится вот этого. Только кристаллики соберем. Так, внизу там что-то монетки. Так, все хорошо. Пошли дальше. Так, а вот с топорами что-то новенькое. Пошли дальше. Так, Пшечка восстанавливается. Это хорошо. Ух ты. Эй, вы прикалываетесь, хорош. Давай вот тебя установим. Так, погоди, давай еще вот этого. Давай вот этого. Вот этого, да. Все, третий уровень. Сейчас пока подождем. Нифига себе их тут. Борьба, погнали. Так. Еще одно поставим. Быстро. Зверюна, зверин там. Так. Все. Так, все, прошли.
Так, что у нас тут здесь есть? Так, это продаем, этот меч продаем, этот 3,2 кражи маны. Ну давай. А, стоп. У меня же новая фишка, это тень. Что я даже никогда не пробовал, можно попробовать будет. Только она дорогая собака. Во. Еще одного можем? Нет. Сейчас поднимем. Так. Так, ну что ж, погнали. Быстро. Нет, тень крутая тема. Сейчас хилимся. Четвертого уровня уже. Так, сейчас. Так, здесь все собрали. Так, недостаточно маны. Сейчас ману. Ё-моё. Ой-ой-ой, это плохо. Не, вообще с тенью вообще супер.
Так, что там в инвентаре? Давай посмотрим. Так, восстановление мана, восстановление мана. Блин, вот те, конечно, круче. Чё мне эти 10 хп? Ну, давай оденем. Погнали, четвертое. Быстро. Так, вот это с мечом надо взять, да, пятого. Офигенско. О-хо-хо-хо-хо, попали, ребятки, сразу. Это было просто. Так, пошли дальше. А еще нельзя? Нет. Ну. Жестко. Так, ну что ж, хилимся. Так, отлично. Так, ну что ж. Да, здесь уже посложнее. Так. Дайте собрать-то. Вообще чуть легко. С тенью вообще, конечно, классно. Все забрали. Так. Инвентарь. Так, это сапожки продаем. Вот это что-то. У меня наручи темного лорда. У меня, по-моему, еще круче. Темный наруч редкий. Не, продаем. Меч такой же. Бронюшка.
Продаем. Это продаем. Красное, короче, можно сразу продавать. Продаем, продаем, продаем. Продаем и продаем. Так, ну что ж, финальная битва. Воссоединение. Давно не виделись. Кто ты, малой? Пока что ты хорошо сражался. Сколько раз ты умер? Кто ты? Ты знаешь меня? Ты идешь сражаться с властелином темной области, так ведь? Да, малой, но ты все еще не ответил на мой вопрос. Властелин носит особый доспех. Что еще за доспех? Чтобы проткнуть доспех, тебе понадобится особый меч. Малец, как ты вообще узнал об этом всем? Фанатичный командир орков прячет меч. Я уже убил командира орков. Ты должен убить его снова, без использования способностей. Если ты не будешь использовать способности для его убийства, ты получишь меч. Если я не использую способности, то бой будет сложным. А пока увидимся. Эй, мелкий, кто ты? Он пропал. Отлично, сначала надо добыть меч. Ну что ж, командир орков это пятый. Так, ну что ж, без способностей, так без способностей. А вот и меч. Красивый. Легендарный меч. Ничего себе. А, уже стоит, да? Орочи сапоги, так, ну все это продаем. Меч этот, ну, меч, наверное, это тоже не нужен уже, наверное. Можно его продать. Погнали теперь, сейчас вакханалия будет. Малой, ты принес меч? Да, принес, серьезно, кто ты? Сколько раз ты умер, добывай его. О чем ты говоришь? Скоро лорд темного региона придет. Удачи. Эй, малой, кто ты? Так, черт, снова исчез. Кто он, черт возьми? Опа. Ты тот, кто убил моих солдат. Так, давай еще себе армию создадим. Еще можно? Еще поднимем армию. Надо вот этого валить. А нельзя его валить. Ты заставил меня сразить самому, никаких веселых трюков. Это дуэль один на один. Я убью все, что встанет между ним и мной. Давай, начинай. Опа. Нифига себе. Какая перезарядка? Так. Мы научились отворачиваться. Сейчас мы похилимся немножко.
Да, смотрите, хилится, хилится все. Не, нет, это, конечно, не дело. Надо попробовать еще разочек. 5 групп, значит, говоришь. Хорошо. А, кстати, у него немного жизни-то, в принципе. Все кончено. Опачки. Наверное, так было и задумано. Подождите, что? Как ты остался жив? Убей меня, если сможешь. Он умер? Почему ты не умираешь? Он мертв в этот раз. Ну же, умри же. Эх. Я сдаюсь. И все? Да ладно. Почему я не умираю? Потому что я некромант, который обманул саму смерть. Отлично, хорошо дрался. Где же оно? Ура, нашел. Эй, малыш, кто ты такой? Я нашел руну бога, спасибо. Я спрошу в последний раз, кто ты такой? Я малыш. Не шути со мной, малыш. Я могу убить тебя прямо сейчас. Бу, очень страшно. Знаешь что? Ты кое-что забыл. Что я забыл? Что делает некромант? Что ты имеешь в виду? Он возвращает мертвых. Но может он оживить самого себя. Что? Ты по-прежнему думаешь, что некромант это ты? На самом деле я не ребенок. И я... Некромант. Ты помнишь первое сражение, когда ты умер в первый раз? Как ты думаешь, кто вернул тебя с того света? Когда ты умирал бесчисленное количество раз, кто поднимал тебя? Ты хоть можешь вспомнить всех людей, которых убил? Они все были под контролем темных сил. Это неправда. Единственный, кого контролировали, это ты. Убивая всех людей и монстров, ты подчинялся мне. Ха-ха, ты всего лишь один из моих рабов. Кругом, шагом марш. Умничка. Поскольку я достиг своих целей, ты мне больше не нужен. Теперь пронзи свое сердце этим мечом. Ха-ха, у тебя высокая ментальная сила. Я подчинюсь. Я подчиняюсь. Ну-ну, это хорошо, что ты понимаешь. Но... Нет! Я, короче, починил этого здорового. Но я некромант тоже. В ролях капитан обучение, некромант. Вы, Тед, обучение. Так, ну что ж, я так понимаю, это конец, но там есть еще два приключения. Поэтому, в принципе, я думаю, это все может продолжиться. Первое приключение пройдено. Вот один. Поздравляю, вы закончили приключение один. Если вам понравилась игра, оцените ее. Ну, не сейчас. Теперь смотрите, нам доступно второе приключение «Мечта алхимика». И мы начнем его в следующем выпуске. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Впереди новые видео. Пока-пока.